Сегодня лесные грибы на рыночных прилавках полностью замещены продукцией из грибных ферм. Сейчас натуральные грибы собирают лишь опытные грибники, относясь к ним с опаской. Это связано с непростой экологической обстановкой и частыми отравлениями грибами, выросшими в естественных условиях. Большинство пользователей предпочитают употреблять культивируемые вешенку и шампиньоны. Многие отдают предпочтение шампиньонам, которые являются источником аминокислот, имеют высокое содержание белка. Это низкокалорийный продукт с легко усвояемым белком. Выращивание шампиньонов – процесс сложный. Такая бизнес-идея принесет прибыль при умелом подходе, найме специалиста-технолога. Быстроокупаемый способ производства шампиньонов – это оборудование помещения полками и стеллажами в несколько ярусов, чтобы максимально использовать объем помещения. Данный способ предполагает механизированную загрузку и выгрузку почвы, полив и рыхление, сбор грибов. Важно при подобном способе не допускать распространения болезней и вредителей по полкам. Основные затраты следующие: аренда помещения, приобретение стеллажей, климатического оборудования, поддерживающего температуру и влажность в камере, а также влажность почвы, расходы на заработную плату, на закупку компоста, засеянного мицелием. Умело организовав процесс, можно создать предприятие с рентабельностью 30-50% и круглогодичной прибыльностью. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках.